В Талдыкургане вынесли приговор троим предпринимателям, которые оказались замешаны в деле о хищении 162 миллионов тенге. Они должны были поставить местному коммунальному государственному учреждению программное обеспечение для автоматизации работы КСК. Три ТО заключили договор о госзакупках, но в указанный срок предоставили нефункционирующую программу, а это уголовное преступление. В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 миллионов тенге полностью возмещена. Приговором суда руководители трех ТО признаны виновными и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.